50-летняя Дженнифер Энистон посетила развлекательное шоу 61-летней Эллен ДеДженерес. В честь предстоящих праздников артистки решили помочь нуждающимся семьям. Бывшая супруга Брэда Питта помогла юмористке исполнить заветное желание некоторых зрителей шоу «Эллен». Ежегодно ДеДженерес старается помочь семьям, которые пережили трагические события. По задумке авторов шоу, ассистенты ведущие отбирают самые необычные истории и в прямом эфире исполняют мечты героев. Каждый раз Эллен в этом помогает приглашенная звезда. В этот раз в роли помощницы Санты оказалась Энистон. Актриса вручала ценные призы, пока ведущая рассказывала для зрителей, что именно было загадано героями программы. Один из сюжетов до слез растрогал Дженнифер. На видео юная девушка Элиза Кимбал рассказала о своей семье. Когда она и ее сестра были еще совсем маленькими, в возрасте 38 лет от рака умерла их мама. Единственным опекуном для девочек стал их отец Джефф. Мужчина заботливо воспитывал дочерей, преодолевая любые трудности. Некоторое время назад он лишился работы и впал в отчаяние, новую вакансию Джефф так и не смог найти. Папа не заслужил всего этого. Он всегда был рядом с нами и отдал все, что у него было. Теперь мне хочется позаботиться о нем. Но я не смогу сделать этого без посторонней помощи, рассказала Элиза. Слушая девочку, Энистон расплакалась в прямом эфире. Она призналась, что история этой семьи ее очень растрогала. Кинозвезда предложила свою помощь. В следующую секунду в студии появился Джефф с наследницами. ДеДженерес предложила гостям взглянуть на экран. Она сообщила, что пока они ехали на студию, в их доме побывали ее помощники. Сотрудники телекомпании украсили помещение рождественскими игрушками, установили в гостиной огромную елку и наполнили каждую комнату подарками. Зрители шоу были в восторге от щедрости Эллен и аплодировали ей стоя. «Боже, это самое настоящее чудо! Нет сил, чтобы сдержаться», — поделилась Дженнифер и крепко обняла юмористку. Недавний день благодарения Энистон встретила с друзьями и бывшим мужем, Джастином Тёро. По словам близкого окружения актеров, они возобновили свои романтические отношения. Сама Дженнифер недавно была названа иконой года.